К другим темам. Голый амич зимой. Ролик под таким названием появился в интернете. На видео молодой человек гуляет в неглиже возле торгового комплекса на Нефтезаводской. Парня не смущают прохожие и проезжающие автомобили. Впрочем, у амичей обнаженные тоже не вызывают никаких эмоций. У одного водителя ему даже удается стрельнуть сигарету. Судя по твердой походке, мужчина находится в трезвом состоянии. Возможно, таким образом он отдувался за проигранный спор. Добавлю, что появление в общественных местах голым является нарушением закона. За мелкое хулиганство Административный кодекс предусматривает штраф до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток.